Вы на канале «Лекарственные растения». Всем привет! Портулак – удивительный огородный сорняк, в котором обнаружена масса полезных биологически активных веществ. В растении содержатся необходимые человеку белки, жиры, углеводы, вода, зола, витамины, макро- и микроэлементы. 8 заменимых аминокислот и 10 незаменимых, которые поступают в организм человека вместе с пищей, так как сам организм не способен самостоятельно их выработать, а они нам жизненно необходимы. В составе портулака имеются также алкалоиды. Вещества опасны, но при лечении ряда сердечных и онкологических патологий, заболеваний нервной и дыхательной систем необходимы. Еще одна группа веществ в портулаке – это гликозиды и родственные им сапонины, с которыми нужно быть осторожными. Они влияют на работу сердца и оказывают раздражающее действие. В зелени содержатся смолистые вещества и слизи, также имеющие полезные свойства. Однако в малых дозах трава приносит колоссальную пользу человеческому организму. Из нее готовят свежие салаты, супы, соусы и маринуют на зиму. А после термической обработки некоторые лекарственные вещества расщепляются, так что кушать не страшно. Вот и я решила испробовать портулак на себе. Нарвала несколько пучков. Хочу приготовить знаменитое блюдо «Портулак по-турецки». Правда, с решением собралась немного поздновато. У нас сегодня 20 сентября. Трава уже накопила в себе максимальную концентрацию биологически активных соединений, то есть сейчас она максимально полезна. Когда промывала портулак, на дне миски с водой обнаружила мелкие крупинки. Это были семена, размером примерно с миллиметр. Долго полоскала, но все смыть не удалось. Думаю, ничего страшного. В них содержатся полезные жирные кислоты и масла. Перед приготовлением травку перебрала. Крупные веточки пообрывала. Подготовила ингредиенты: пару томатов, пару зубчиков чеснока, столовую ложку риса, заранее промыла, половинку репчатого лука и масло для жарки. Сначала готовим лук. Шинкуем кому как удобно. Ставим сковороду на плиту. Разогреваем и вливаем туда масло. У меня масло, на котором жарила курицу. Так даже вкуснее будет. Далее режем томат, но сначала залейте их кипятком и оставьте на 5 минут. Потом снимите с овоща кожуру. Лук поджарился, кладем нарезанные помидоры. В свое блюдо я немного добавила остроты. Пол чайной ложки сока купоренного острого перца. Теперь кладу рис. Перчим и солим. Оставляем под крышкой минут на 5. Теперь можно класть портулак. И тушим до готовности риса. В конце кладем чеснок. Все, блюдо из сорняка готово. Приятного аппетита!